Юноши, которые собрались в этом зале, объединяют одно – скорая служба в армии. Целый год они будут соблюдать устав и жить по режиму, вдали от дома. В адрес будущих защитников Отечества в день призывника со сцены прозвучали напутственные слова. Удачной службы, ребята, терпения, здоровья, будьте мужественны, мирного неба над головой. По своему армейскому опыту могу с уверенностью сказать, что армия – это хорошая школа для молодого человека. В ней он взрослеет и мужает. Служите честно и добросовестно. Выполняйте приказы и распоряжения своих командиров и начальников. Будьте всегда готовы помочь своим товарищам. Гости мероприятия подарили собравшимся творческие номера. Кроме того, поздравили будущих солдат и пожелали им удачной службы. Призывники заранее познакомились с армейскими буднями благодаря фильму, сыграли викторину и получили памятные подарки. Призывникам хочется пожелать, чтобы они не боялись идти в армию. Ничего страшного в современной армии у нас нет. Мне хочется пожелать им, чтобы они пришли, достойно отслужили. Если будет понимание со стороны призывников к командному составу, от командного состава обязательно понимание тоже будет. Пожелания услышали и родители призывников. Те, кто больше всех переживает за своих сыновей. Мамам я пожелаю терпения, веры, надежды, а вам даю свой материнский наказ. Служите, служите честно и правильно. Призывник Александр Сивков считает армию необходимой частью своей жизни. К службе он готов морально и физически. Я думаю, что нужно отдать долг родине, нужно отслужить в армии. Ну, как и многие, наверное, так же считают. Что бы ты хотел пожелать другим призывникам? Мужества, ответственности и удачи. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток.